Всем привет, мы продолжаем играть в мафию. У нас серия номер 6. Мы только что ограбили ювелирку, приехали назад, и все, мы идем домой. Сейчас мы будем тупо просто завалимся спать. Да? Нет? Что-то по дороге мы можем еще тут... А ничего тут нету интересного. Единственное, что можно похавать еще пиво, чтобы восстановить здоровье. Сэндвич, свифт кола и пиво Штольц. Ну давайте пиво Штольц. Хорошо. Все, тогда спокойной ночи. Привет, красавчик. Привет. Джонни дома. Он сказал, что ждет тебя за обедом у Фредди. Ясно. Жалко, ты дрых, когда я пришла. А то поиграли бы. Может, другой раз, котик. Пока. Это было нечто. Окей, тогда мы едем к Джо. У нас появился... повседневный костюм с плащом и кожаная куртка с рубашкой. Нет, мы теперь модные, мы будем ходить с плащом. Да, ну блин, ну это просто супер костюмчик, мне так кажется. Полностью он соответствует там названию мафии и вообще всему этому. Да. Что? Кстати, ну сейчас это началась новая глава номер 5. Твою мать, дура баба! Ну а я... А ну вернись! Кто тебя за руль пустил? Не умеешь водить, сиди дома! Эй, это не девушка ли Джо вон там? Ну, одна из них. Ага, ага. Ты мою мать, ну окей. Сейчас поможем, твою. Разберемся. Посмотри на мою тачку! Эй, мужик, усохни. А ты вообще кто такой? Сторонник вежливого обращения с женщинами. Так что давай... Заткнись и отвали, пока я в хорошем настроении. Она что, твоя девка, что ли? Ну так ты за нее тогда и плати! Еще слово, и будешь зубы вставлять комплектом. А теперь нахрен отсюда. Я предупреждал. Да, будем драться? Да, будем драться, окей. Сейчас наваляем ему люлей. Все? Блин, как-то они очень быстро сдыхают. Спасибо, красавчик. За мной должок. Зайдешь ко мне в гости на пирожок? Ух ты, рифмоплёт. Да, спасибо, но... Слушай, мне надо идти. Тебе понравится, обещаю. Ну, я тогда поеду. До встречи. Чёртова мать, труп! Урок хороших манер, открыто достижение. Ну окей, какой нафиг труп? Три раза его ударил-то. Ну ладно. Тогда в гараже берем свою тачку. А, опять побитая, ну блин. Ладно. Что, едем мы к Джо. Я тогда ускоряю. Все, нормально. Встали. И что нас тут ждет? Интересно. Привет, парни. Хай! Так, Вита, это Лука Гурино. Он хочет поболтать с тобой, Джо. Лука, это Вита. Очень приятно, мистер Гурино. Оставим формальности. Зови меня Лука. Садись, Вита. Что вам принести? То же, что и мне, и побыстрее. Слыхал про ваш между собойчик с ирландцами. Анекдот. Поздравляю вас обоих с отличной работой. Салют. А салют? Вы просто молодцы, ребята. Почти у всех кишка тонка для такой работы. Так что... Готовы ли вы сделать следующий шаг? Да, конечно. Какой шаг? Я говорю о том, чтобы убрать кое-кого. Просто потому, что на него показали пальцем.
Я воевал, мистер Гурино. Я только и делал, что убивал, кого прикажут. На кого указал пальцем президент. Хорошо, президент, мне нравится. Да, но ты... ты говоришь про фрицев, верно? Ну, знаешь, плохих парней. Я не это имел в виду. Понимаешь? Да, я понимаю. Хорошо. Нам нужны такие люди, которые умеют выполнять приказы без вопросов. Если справитесь со следующей работой, как с этой, есть неплохой шанс, что вас примут в семью. После вступительных взносов, конечно. И сколько это? 5000 сносов. Это ж охренеть сколько! Эй, никто не говорил, что это дешево. Но поверь мне, оно того стоит. Ладно, вам решать в итоге. Генри ведет вас в курс дела. Увидимся позже, вот парни. Вот ты где. Да, босс? Ты уже сделал, что я тебе говорил. Да, все под контролем. Ты Генри... в прошлый раз так говорил. Не подведи меня снова. Босс, я... Слить! Пошли со мной. О других делах поговорим. Так что за работа, Генри? Рассказывай. Нужно убрать кое-кого. Это мой заказ, но мне нужна помощь. И это ваша работа. И кто везунчик? Один жердяй с того берега. Его предупреждали, но он думает, что неуязвим. Хм. А это как? Ну, его уже как-то пытались убрать. И? Скажем так, его слегка недооценили. Насколько слегка? Фатально. Это ты хочешь сказать, что убили их, да? Эй, они облажались. Мы справимся. Я снял квартиру через улицу от его заведения. Засядем там, дождемся, пока он заявится, и бум! Завалим его. И как завалим? Из МГ-42. А где мы достанем МГ-42? Гарри! Да. Он ветеран, как и ты. У него свой оружейный магазин в Кингстоне. Достанет что угодно, от пугача до базуки. И никакое драное разрешение не спросит. Ладно, мы с Джо поедем на квартиру, а ты заберешь пулемет у Гарри в Кингстоне. Все оплачено, просто скажи, что ты от меня. Потом встречаемся в квартире. Сент-Айленд, дом напротив спиртзавода. Квартира 233. Окей, квартира 233. Скоро увидимся, парни. Ну, до встречи. Удачи, кореш. Ну да, и слава богу, хоть дали доесть. Окей, тогда едем за оружием, да, за МГ-42. Далеко ехать? А где? Где точка-то? А, да, ехать далеко, вот, аж сюда вот. Ну окей, я тогда все это дело ускоряю. Паркуемся красивенько. Арми Нави. Окей, позвони в дверь. Кто там? Меня прислал Генри Томасино за своим заказом. Давай, заходи. Здорово вообще. Такая подпольная супермаркет. Привет. Так значит, это про тебя Генри говорил, а? Ага. Добро его у тебя. Да, вот любуйся. МГ-42. Сделано в Германии. Мы его звали циркулярка Гитлера. Красавец. 25 футов. Калибр 7,92. 1200 пуль в минуту. Самый быстрый в мире. Лента на 250 патронов. 3/4 мили прицельной стрельбы. Сверхнадежен. Не знаю, на что вы там охотитесь. Но если только это не танк... Сайонара, крошка! Эй, показать тебе, как им пользоваться? Нет, спасибо. Я с ним знаком. Я тоже служил. Не врешь! Точно не врешь? Постой-ка, где ты был? Нормандия, а? Нет? Африка?
Дай-ка угадаю. Операция «Хаски». Да? И в каком полку? 504-й парашютный. Хрена себе, ты десантник. Говорят, там жарко было. Ну, как сказать, не пикничок. Меня ранили и домой. А, награда есть? Да, пурпурное сердце и крест. Ого, ну надо же, крест. Я тебе скажу, их не раздавали, за что попало. Я был в Нормандии. Мы высадились на Юта-Бич. Тоже была совсем не прогулка, но... Я лез через забор на обратном пути и, надо же, оставил глаз на ветке. Ну, в общем, отвоевался и ладно. Слушай, мне правда пора. Ну, ладно. Эй, да, кстати, я Гарри. Я Вито. Рад знакомству, Вито, правда рад. Если понадобится оружие, ты знаешь, где искать. Ну, забирай. Надеюсь, ты на колесах, он тяжеловат. Ха, удачи. Спасибо. Рад знакомству, Гарри. Пулемет в ящике, боезапас в машине во дворе. 2000 патронов. Бери, все оплачено. Боже, какой он болтун. Вот зачем так вот? Ладно, идти я буду, наверное... Увидимся, Вито. Буду идти долго, я немного ускорю. Окей, но он говорил, патроны на улице, то есть патроны, они как бы уже сами появились в машине, да, ну ладно. Езжайте, Генри и Джо, видите машину осторожно. Осторожно почему? Потому что что? Чтоб менты меня не спалили, или потому что этот оружие может взорваться? Ну, неважно, ладно, тогда я опять же ускоряю. Откуда ты, Генри? Сицилии. Что привело тебя в Штаты? Муссолини. А что тебе билет купил? Не умничай, Джо. Мой отец был человеком чести. Когда Муссолини пришел к власти, дела пошли плохо. Отец понял, что или меня заберут в армию, или я сяду. Так что он отослал меня в Америку и пристроил у Клемента. А сам отец не поехал? Он сказал, что слишком стар. Фашисты его арестовали, и он умер в тюрьме. Они даже не вернули тело, чтобы мы могли его похоронить. Да, жестоко. А где ты так выучил английский? Вот они, черные машины. Вито, целься в Толстого. Сними его, пока он не добрался до здания. Готов? Ладно, я готов. У них ладно, пушки. Наш выход. У них пушки! Вон там, в том окне! Ужас! Давай же тогда. Так, стоп. Давай, машины должны взорваться. Почему не взрываются? Ладно. Ладно. Я возьму дробовик. Да давай уже, иди. Что тут, кстати, его можно что-то? Нет, оружия не могу забрать. Я захожу. Ладно. Ладно, Вито, поплыли. Ой-ой-ой-ой, ну как же ты неудачно встал. Сейчас обойдем немножко.
Давай, выходи. Есть. Следующий. Ой-ой-ой, промазал. Как тупо промазал. Есть. А то жирняй уйдет. Да, я, кстати, должен еще быстро идти, потому что жирный реально убежит. Ты первый, Вика. Блин, герой войны. Вперед, мы прикроем. Мы идем за тобой, жирняй. Окей. Я захожу. Раз. Ага, но жирному пофиг, он все равно не умрет. Как бы там мы в него не стреляли. Ладно, поехали. Давай, 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 давай. Ага. Я понял, тут дробовик, короче, не покатит, надо поменять. Надо поменять на пистолет, чтобы быть более прицельным. Тебя в армии так научили? Дальше. Ага, я понял. Пистолет, пистолет. Пистолет. Взяли что-то. Ай-яй-яй-яй. Есть. А, это хороший, хорошо. Так, у этого пистолет есть, у этого нету пистолета. А теперь вся эта чертова клака сгорит дотла. Да блин, даже я пистолет не могу взять. Давай, перезарядись, и сейчас будем. Раз. Есть. Все? По-моему, все. Еще кто-то? Почему вы стоите в тычете? По-моему, все, да. Нам бы. Ага, я понял, почему они стоят в тычке. Есть. Вот пистолет хоть какой-то один валяется. Это я в основном только патроны собираю. Что, давай, тут двигай. Тоже ничего? Есть один. Я захожу. Ага, там их тоже много. Есть два. Давай, давай, выглядывай. Три. Тут я где-то рано или поздно я все равно намучу калаш. Ой, какой калаш? Томпсона автомат. Да, я же намучу автомат Томпсона. Ага, не хочет он перелазить, ладно. Я захожу. Ага, вон, на лифте спустились. Ладно, Вита, поехали. Хорошо, тогда сейчас мы обойдем. Стреляешь, как моя сестра. Ах. Нормально я стреляю, что ты бубнишь-то? Все, норм. Патроны. Давай, кнопку, Вита. Ага, на дробовик уже нету патронов, хорошо. Нажимаем на кнопку. Живее, мы на лифте поедем. Как с Макс Пейном, я нажиматель кнопок. Ну, если кто играл ты в третий. Ты что это творишь, а чё? Я пить хочу. Клёвую выпивку попробую. Идём на работе, да? Когда это ты стал ирландцем? Вообще нечестно, реально, у них вот Томпсона есть. А я вот с пистолетом. Ну как. Вот они! Так, сейчас ныкаемся, ныкаемся. Прикрой, а, я сюда пойду. А, вот и сейчас я себя намучу Томпсона. Давай. Раз. Два. Давай, третий. Третий, давай, 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 вставай. Ох, патроны кончились. Все. Нету троих. Все нормально. Томпсона, ну конечно же, берем Томпсона. Один. Живее, свинка наверху. Тут патроны. А, у меня он полный. Почти, сейчас. Вот, а теперь полный уже точно. Ладно, я опять пойду с пистолетом. Давай, вот, есть. Перезарядка. Где он? Где он? Я его не вижу. Буду ловить кайф, пока буду тебя убивать. Хорошо. Давай, выглядывай, выглядывай. Молодец. Вот надо перезарядиться и выглянуть. Вот это вот мега трушно. Вот ему за это огромный плюс. Не убивай! Не надо! У меня жена! Не надо! Раньше надо я было думать о жене. Я что-то сделаю! Только не убивай! Привет от Дона Климента. Все. Ах ты гнида позорная, сука. Генри, ты в порядке? Куда ранил? Ни черта, я, блин, не в порядке. Он прострелил мне ногу! Боже! Ого, да тут все в кровище! Мне надо к Эль Греко.
Это художник? Нет, блин, доктор! Ладно, тупик. Потерпи, потерпи, довезем тебя в минуту. Грек, который в Хайбруке живет. Мадонна, ты тяжелее, чем кажешься! Окей, у Генри, кстати, в пистолете был только один патрон. И он хотел этим одним патроном его убить, и все, а дальше он что делал? Не попал. Ладно, мы можем, в принципе, их не ждать, мы вырываемся вперед, они все равно потом появятся возле машины. Так, и тут нас, походу, опять будут караулить какие-то дядьки, нет? По-моему, да. По-моему, нас должны тут караулить немного. Начался немного пожар. Ага, будешь это хороший. Дальше сам пешком пойдешь. Я не хочу умирать. Ну и нехрен сразу обижаться. Никого нет, хорошо. А, вот, вот пожар начался. И теперь нам будет плохо, да? Мы должны успеть с него свалить. Ага, вот, есть. Есть, все, да? Все, трое. Ушли внезапно, здорово, классно. И правда меня немного покоцали, но это такое, это пустяки, я так считаю. Что, тут ничего нет интересного. Тут есть кто-то? Кто-то же стрелял. Знал же не к добру. И вообще о чем, везунчик? Быстрее, огонь распространяется. Ага, понятно. Бежим, 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 бежим. Вот тут, наверное, кто-то будет нас караулить, нет? Пока нет. Ныкаемся. Никого нет, вроде бы. Ладно, идем. Идем, 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 идем. Падает. Все здорово. Просто выходим на улицу. Да. О боже. Черт. Окей, езжаем к Эль Греко. Если я не доеду. Эй, не смей так говорить, приятель. Если что, мы Генри пострадал. Генри пострадал. Ага, понятно. Заступать. Надо, короче, потом ехать довольно-таки аккуратно. Тебе нельзя. И еще у нас есть таймер, мы должны успеть. Кино. Да? Окей, тогда я попробую. Я не буду это ускорять, потому что это как-никак. Это тоже миссия. Буду стрелять на поражение! А еще за нами будут ехать менты. Это очень здорово. Да, это очень здорово. А ехать нам далеко. Ну ничего, я думаю, что все будет классно, и мы успеем. И менты нас не будут таранить в спину, да, как вот только что они пытались. Нет, нормально все. Давай. Машина вообще, кстати, медленно. Медленно, я бы так сказал, да. Нет, отстань. Воу. Мы, кстати, можем вылететь тут с моста, походу. Если мы будем сильно ехать в забор. Все нормально. Двое. Ну вас же двое там между собой тусуетесь, и давай, все. Эта штука что, быстрее не может? Ну ты прикинь, не может. Могу. Значит, не может. Плохо можешь. Просто расслабься, а? У меня в ноге дырка. Все нормально. Так, все, теперь мы резко вот так вот делаем. Вот. Есть. Здорово. Здорово. Я буду ехать по своей полосе, не по встречке, потому что по встречке это вообще будет ужас. Так, парни, кто этот тип? Какой? Которому мы Генри везем. Воу. К нему ты идешь. Там рассказывают, кто такой Греко. Не понимаю, чего. Ну давай, отрывайтесь. Потому что если ты припрешься в больницу с пулей, они сразу вызовут копов. Да. Так что, Олег, ребят вроде нас видят честно. Хотя тебе он вряд ли пригодится. А тебе все как на собаке заживает. Так, тут надо чуть-чуть скинуть скорость, потому что уже въезжаем в город. И будут проблемы. Вот тут левее. Не теряй сознание. Нормально, давай. Утерпи немного. Мы будем у Эль Грека через минуту. Вот, а менты не вписались в поворот. Вот так, не умеют они ездить. Просто когда мы поворачиваем руль, нам надо, когда мы заходим в вираж, в поворот, нам нужно в сторону поворота колеса наши ставить. То есть если вас заносит, то вы в сторону заноса выкрутите колеса. Но я думаю, это знают все вообще. Ну, это просто банально никто не делает. Знают это все, но никто не делает. Ну, я думаю, то, что мы успели, у нас еще много времени осталось, а мы уже, по сути, приехали. По сути, уже, в принципе, да.
по сути, в принципе, да. Ну, классное слово. Мне говорят, что у меня много слов паразитов, но... Витер, я ищу... Чё, я буду стараться... Стой, что ты не можешь поворот вписаться? Да, много слов паразита, но ничего, я думаю, что все будет нормально. Вы доктор Эль Греко? Нет. Художник, блин. Нашему другу нужна помощь, он истекает кровью. Спасибо, доктор. Да. За нами должок. Несите его в дом. Эллада. Стой. Деньги свои возьми. За работу, вот. Знаешь, это не к спеху, но спасибо. Ей, спасибо за все. Надеюсь, обойдется. Да. Я тоже. Останусь здесь. Зайди потом ко мне. Ладно. Вы набрали денег на оплату отцовского долга, отдайте их сестре. Здорово, круто, тогда что? Тогда на этом все, да, я думаю, серия закончена. В следующей серии мы поедем, отдадим деньги и так далее. Да, а пока я буду ехать. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Жаль, но... Я не могу, 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 я